Здравствуйте! Начало октября. У нас продолжается засуха, но попытки найти грибы мы не прекращаем. Сейчас мы в одном интересном месте. Это цельный комплекс «Лесочек и поле». В прошлый раз, когда я жаловалась, что у нас нету грибов, засуха, мне написали, что я не там хожу. Нужно ходить по траве, осинкам, березкам. Вот очередное такое место. Я в таких местах хожу. Еще в одно зайду. Как видите, и осинки, и березки. Это я в чаще. А здесь просторней, тоже осинки, березки, и даже дубки добавились, и даже низ, но грибов не видно ни одного. Так что всем благодарна за советы, но конкретно в нашей местности большая засуха, грибов нету. Мы надеемся, через пару дней у нас стоит возможный мелкий дождь, и даже 3 дня. И если он нас не обойдет, то будут грибы. А я так боялась сюда идти. Здесь частная охраняемая территория. Выглянула с лесочка, а тут вот оно что. Одни бурены, охранять нечего. Раньше здесь выращивали то ли малину, то ли голубику. С одной стороны, и нормально, никто меня не уличит, что я здесь что-то утянула, то ли кусты, то ли ягоды. Воровать здесь нечего, понятно. Да я бы, конечно, не стала никогда, но были собаки, были сторожа, и страшно сюда было заходить. Но с другой стороны, печально, что времена нехорошие, трудно сказать, куда делись хозяева, вариантов множество. Но я думаю, если все утрясется, дай бог, то хозяева вернутся.